А сегодня, Диана, у нас будет день красоты. Опа! Ну, красавица у нас, молодец. Вот пришел наш папа. Сейчас он будет выбирать победительницу. Всем привет! И вы на канале Супер Диана. А сегодня, Диана, у нас будет день красоты. Итак, мы решили приступить к нашим браслетам. Вот у нас есть такие два браслета, два розовых. Они пока пустые. Нам предлагается наклеить на них камушки. Тян, покажи, какие есть камушки. Это, так понимаю, стразы, да? А сверху мы можем обмотать еще веревочкой. Вот есть разные цвета. Можем Я обмотать. Я хочу только камушки. Ты хочешь только камушки? Да. В общем, вот, мы обклеили наш браслетик камушками. Получился такой розовый жемчужный браслет. Но нам немножко не хватило белых камушек, поэтому мы взяли еще такую фиолетовую полоску и добавили ее сюда. И получился у нас вот такой яркий, красивый браслетик. Да, Диана? Давай теперь обклеим уже второй браслет. В общем, сейчас мы решили, что мы будем делать кулончики. Вот они есть на картинке, есть в виде сердечка кулончика, а второй вот в виде такого как камушка. Диана, какой кулончик ты выбираешь? С каким мы кулончиком будем сейчас работать? Сердечко или такой? Сердечко. Какой ты выбрала? Будем сердечко делать, да? Ты знаешь, как его делать? Нет. А я знаю, внутри сердечка есть дырочки. И мы должны взять нитку с иголкой и пропустить сюда такую нашу веревочку. Все, Дианкин кулончик уже готов. Посмотрите, какой он красивый и яркий получился. Прям подходит по Диане на косички. У нас есть три куклы. Одна из них светленькая, как Барби. Вторые две близняшки. И сегодня мы будем с тобой их красить. А красить мы будем косметикой. Будем расчесывать волосы. Это моя косметика. Это твоя косметика, да, но мы сегодня будем ими красить куколок наших. Есть у нас разные заколочки разного цвета, да? Обязательно резиночки, крема есть. А первым делом, что мы должны сделать? Помыть куклы. Мы сначала их помоем. Мы помоем им волосы, чтобы у них были красивые, чистые волосы. Так, наша Диана уже просушила волосы всем куклам, и сейчас мы будем красить наших куколок. Так, у нас есть тени, вот таких есть разных цветов. У Дианы, я знаю, еще есть где-то тени. Дианка, где еще тени у тебя есть? Вот есть такие тени. И еще, конечно же, есть у нас помадки. Для теней нам нужна специальная кисточка. Вот такие красивые глазки накрасила Диана, а сейчас она делает блеск на щечках нашей кукле. Давай, Дианка, у нас есть такая специальная как помадка. Мы ее мажем на щечки и размазываем. Теперь мы наносим блестки на наши глазки сверху, чтобы наша кукла была более красивее, чтобы у нее были блестящие глазки. Мы приступили уже ко второй куколке, это кукла Барби. Диана начала сразу с губок, она решила делать яркие губки куклы. Так, вот наши стрелки почти готовы, я думаю, что нам нужно еще чуть-чуть сделать их ярче.
Вот мы уже одели колечки на наши пальчики, да? Какое у нас колечко есть? Розовое, зеленое. Диана, покажи свое платье, какое красивое у тебя платьишко. Ну-ка, покажи нам. А, еще очки мы забыли одеть, да? Опа! Ну, красавица у нас, молодец. Давай, модница, пошли. Дальше нашу куколку третью докрасим и уже будем делать им прически, хорошо? Да. Вот, наша последняя третья куколка, она уже готова. У нее такой дымчатый макияж, такой темненький. И опять мы намазали блесточки. Мы считаем, что с блесточками намного красивее, да, Диана? Угу. В общем, вот, все наши три куклы с макияжем готовы. Приступаем к... прически. Диана, давай выбирать заколки. Для первой куклы, вот для вот этой вот. Какую мы будем делать прическу с тобой? Косичку будем ей делать? Ну, хвостик и косичка. Хвостик и косичка? Ну, давай выбирай. Тогда, наверное, нам еще резинки нужны, да? Да. Ты, какая разноцветная мадам у нас такая. Ну, тоже ничего, да? Красиво. Все, отставляю ее в сторону. Теперь нам нужна вторая кукла. Какую мы берем вторую куклу? Светлую. Берем нашу куклу Барби, да? Вот мы взяли заколочки беленького цвета. Сейчас для этого мы, наверное, возьмем для начала резиночку. Сделаем небольшую куклу ей. А потом наверх уже оденем эти заколочки, да? Да. Давай, берем расческу нашу. Так, мы взяли, сделали пока что сзади такой хвостик. Сейчас мы его поднимем вот так вот вверх, красиво, да? Чтобы он был как гулька. Спереди мы оставили такие красивые прядки у нее. И немножко смазали их специальным кремом для волос. А вот этой последней куколке я предлагаю сделать просто куклу сверху при помощи специальной вот такой вот штучки, которая одевается на хвостик, потом ставится сверху заколочки. Вот мы пока что сделали хвостик, и сейчас мы оденем этот бублик наверх. Вот мы уже одели наверх, теперь осталось взять вот эту часть волос и распределить ее по кругу этой поролоновой круглой штучки. Диана, поможешь мне в этом? Да. Давай. Вот мы одели еще сверху резиночку, и у нас получилась такая смешная кукла. Она напоминает мне, если честно, какой-то подсолнух. Да, Диана? Дианка, оставим так или все-таки сделаем ее красивее? Ну, красивее. Красивее? Ну, хорошо. Ну, в общем, вот так у нас получилось. Не супер, но тоже получше, чем было. Диана, давай мы оденем, наверное, еще куклу, чтобы она была красивее. Оденем ей сверху корону. Оденем корону? Это? Покажи. Ну, давай вот эту оденем. Я думаю, она будет красиво смотреться. Ну, вот и все. Вот и готовы наши три куколки. Первая у нас была это вот такая вот с цветами на голове, заколочками розовой и красной. Вторая это у нас была Барби, как невесточка. Вот. И третья у нас получилась... такая вот красивая девочка с короной. Диана, какая тебе больше всего нравится кукла? Эта. Тебе нравится Барби невеста, да? Да. Так, ну, а мне, наверное, если честно, она тоже нравится. Давай сделаем так, давай сейчас позовем папу, и папа определит победителя. Он определит, какая кукла выиграла. Давай. Вот пришел наш папа. Сейчас он будет выбирать победительницу. Вкусно пахнет чем-то. Да. Мы, кстати, ее волосы смазали специальным кремом для волос. А, прикольно. Ну, короче... вот это выиграло. 5 баллов. Ура! Мы с Дианкой тоже были за эту куклу Барби. Да, мы ее тоже выбрали, и мы посчитали, что она самая-самая у нас красивая. Они не зря еще так вот по бокам стоят, она как посередине. Да, это близняшки. А ты отдай корону. Она выиграла. Все, она победитель. Ура, выиграла у нас вот эта светлая кукла Барби. Подписывайтесь на наш канал. И ставьте лайки! Пока-пока!